Размер рекомендованного семейного дохода ипотечных заемщиков почти не изменился в декабре прошлого года. Индикатор рекомендованного семейного дохода это показатель доступности ипотеки. По данным Национального бюро кредитных историй этот показатель составил 70 300 рублей в декабре прошлого года. Самый высокий показатель рекомендованного дохода для взятия ипотеки приходится на Москву, а наименьшее его значение зафиксировано в Алтайском крае. Подробнее читайте в наших новостях.